Минувшие выходные на центральной площади имени Героя России Канамата Баташева Карачаевского городского округа прошла ярмарка «Покупай российское». На ней был представлен широкий ассортимент как и продовольственных, так и промышленных товаров. Подробности расскажет Мурат Джанкёзов. Около 40 предприятий и фермерских хозяйств представили свои товары, в основном по схеме прямой поставки предприятий-прилавок, причем по ценам ниже рыночных. Наша продукция все из свежего мяса, говядина и курица, вся продукция халяль. Новая линия, вот то, что я сейчас дегустирую, это пепперони, колбаска остренькая со с перцем и сервелат из индейки. И телячья колбаска с кусочками мяса. Цены от производителя ниже, чем везде. Привезла мед с разными добавками, с ягодами, фруктами, с прополисом, с мумиё разными добавками. И обычные меда, липовые, акация. Мед с мумиё – это для костей, для памяти, улучшает кровообращение. Мед с лавандой для сна. Мед с маточным молочком для иммунитета, противопростудный. На импровизированных торговых точках в ассортименте представлены фрукты, овощи, продукция пчеловодства, молочная продукция, ароматные чаи, кондитерские изделия, промышленные товары и многое другое. Особым спросом пользуются рыба и морепродукты. Ну, мне все очень нравится, очень много выбора рыбы. Рыбу вообще мы любим. Мясо у нас свое в Карачаевске, можно на рынке всегда купить. А разнообразие рыбы очень большое. Спасибо за ярмарку. Воспринимаем очень хорошо, почаще ярмарки пусть будут. Цены еще не прошла, не посмотрела, но мало людей. В прошлый раз было больше. А так все хорошо. Ярмарку выходного дня посетили сотни горожан. Сотрудниками ветслужбы был обеспечен контроль за качеством продукции. А содействие в проведении мероприятия оказали работники администрации Карачаевского городского округа. Ярмарка организована по поручению главы Карачаевской республики Рашида Борисовича Темирезова. Решение принял мэр делать каждый сезон такой, ну, сезонную, скажем так, ярмарку. Ну, как бы постарались сделать так, чтобы охватить весь диапазон нужды нашего округа в подобной ярмарке. Посетители ярмарки порадовали не только ассортиментом и приятными ценами, но и ярким творческим концертом, а также бесплатным угощением, такими как мороженое, фруктовые нарезки и лимонад. Мурат Джанкёзов, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск.